Всем привет! Это свежая подборка товаров и устройств для выживания, кемпинга и туризма не только в теплое время года, но и в холода. Товары я вам сейчас покажу интересные, функциональные и которые стоят вашего внимания. Приятного просмотра! Огнеупорные отверстия для установки трубы в палатке. Фиксируется в полотне тента палаточных конструкций и формирует отверстие для вытяжной трубы отопительной системы. Установка клапана в полотне тента может производиться методом сшивания, вклеивания, фиксации скобами и прочими удобными креплениями. Детали клапана прошиты огнеупорными нитками, все швы дополнительно склеены металлическими скобами. Материал клапана выдерживает температуру до 1000 градусов и позволяет устанавливать в палатке туристическую печь высокой мощности, у которой вытяжная труба может нагреваться до красна. Клапан с системой утяжки плотно фиксирует вытяжную трубу и очень эффективно защищает отверстие от ветра и осадков. Самонагревающиеся носки – это оздоровительно-профилактический продукт для поддерживания вашего здоровья и энергии на высшем уровне. Они изготовлены из специальной турмалиновой ткани на основе жидкого турмалина с вплетением микрокристаллов. При прикосновении с телом такая ткань начинает излучать инфракрасные волны, магнитные поля и отрицательные ионы. Эти компоненты проникают в самый глубокий слой кожи, в результате разрушаются вредные вещества и активные радикалы. Спиртовую горелку необходимо иметь всегда при себе всем любителям постоянных активных поездок, туристам, садоводам, рыболовам и охотникам. За счет своего компактного размера и маленького веса практически незаменима в походе или на отдыхе. Особенность горелки в том, что в ней винтовая крышка с резиновой прокладкой, топливо для спиртовки может быть денатурированный спирт, бензин или любое другое легковоспламеняющееся вещество, у горелки небольшой размер, удобный для транспортировки и хранения, и горелка – это отличный способ быстро подготовить горячую еду в полевых условиях. Годные заплатки или ремкомплект для ткани палатки поможет быстро и самостоятельно починить повреждения не только палаток и тентов, но и в некоторых случаях и верхней штормовой одежды. Заплатки удобно устанавливать за счет уже нанесенного клеящего слоя. Они водонепроницаемы. В наборе 3 штуки. Пуховые штаны. Легкие и компактные, утепленные высококачественным натуральным пухом 800 FP. Конструкция самосбросов позволяет использовать их не только на стоянках в лагере, но и оперативно утепляться в случае резкого ухудшения погоды во время переходов или катания на лыжах или сноуборде, не снимая объемную зимнюю обувь, а также подходят для использования в качестве дополнительного утепления во время сна. Фотохромные велосипедные очки отличного качества с поляризационными линзами. Отличный вид благодаря широкому полю обзора. Экстра большие декоративные линзы очков из мультиспортивной серии не только обеспечивают идеальную защиту от сильного солнечного света, но и делают их стильным аксессуаром для спортивного стиля жизни. Эргономичная оправа этой модели спортивных очков, созданная с использованием сложной двухкомпонентной конструкции, обеспечивает превосходную защиту от вредных продуваний. Складной силиконовый чайник – отличный вариант для того, чтобы взять его с собой на рыбалку или охоту и в туристический поход. Складная конструкция делает чайник максимально компактным, позволяя сохранять свободное место в рюкзаке. Чайник легко можно сложить в плоский диск высотой в 40 мм. Стенки из ребристого пищевого силикона позволяют легко, одним движением, сложить чайник в плоский диск, при этом прочно и надежно держать форму в разложенном состоянии. Чайник предназначен для кипячения воды только на туристических горелках и плитах. Запрещено использование с неконтролируемым открытым огнем на костре или мангале. Нужно следить за мощностью пламени горелки при кипячении. Выход пламени за границы дна может повредить стенки чайника. И перед использованием необходимо полностью расправить стенки. Подвесной пауэрбанк с функцией светильника. Сложно однозначно отнести данное устройство к какой-то определенной категории, ведь здесь удачно были объединены функции походного светильника и пауэрбанка. За генерацию светового потока в 500 люмен отвечает большая панель, которая питается от аккумулятора емкостью в 5400 мАч. Устройство обладает классом защиты IPX4 и поддерживает 9 режимов работы. Для крепления здесь используется гибкая лента в совокупности с пластиковым крючком. Подзарядка внешних устройств осуществляется через порт USB. Электрический надувной мини-насос – незаменимый помощник для надувных матрасов и подушек. Очень компактный, что позволит брать его с собой даже в недолгие походы. Этот портативный насос с питанием от USB
В комплекте имеются переходные насадки, поэтому насос совместим с широким спектром изделий. Вы найдете подходящую насадку для клапанов на надувных матрасах, плотах для бассейнов, надувных кругах, пляжных мячах и других надувных игрушках. В полностью заряженном состоянии насос может 20 раз накачать и выпустить воздух из стандартного надувного круга. Кроме быстрого накачивания, можно использовать насос для быстрого выпуска воздуха из изделий и их подготовки к хранению. Разборная решетка-гриль, она компактна и удобна в обращении. Ее легко взять с собой в поход или на пикник. Благодаря небольшим габаритам эта решетка легко помещается в багажнике рюкзака. Решетка, установленная над мангалом, помогает превосходно жарить мясо до румяной корочки. Переносная решетка поможет разнообразить меню небанальными аппетитными блюдами. Сочные стейки, ароматные жареные овощи и нежная рыба не в силах оставить равнодушными ни детей, ни взрослых. Чистый воздух, хорошая компания и неповторимая вкусная еда поднимут настроение и заставят отвлечься от городской суеты. Портативная рация отличается оригинальным дизайном корпуса, тремя уровнями выходной мощности до 8 Вт и аккумулятором емкостью в 2200 мАч с рабочим напряжением 7,4 В. В ней установлен распространенный гарнитурный разъем типа Kenwood. Он позволяет использовать множество совместимых гарнитур и выносных тангент для ведения переговоров без необходимости каждый раз извлекать рацию из кармана. Весь функционал рации может быть запрограммирован с компьютера с помощью обычного кабеля для программирования с K-разъемом. С ее помощью можно настроить частоты канала памяти, настройки шумоподавления, репитерные смещения частот приема и передачи, включить или отключить функцию голосовых подсказок и многое другое. Мощная рогатка с дробью, стрелами и лазерным прицелом. Пожалуй, самая мощная и компактная универсальная рогатка «Лук-арбалет», представленная на рынке в категории без курковых изделий с ручным натяжением катапульты. Отличная максимальная комплектация, чудо технологий и великолепного качества исполнения. Дополнительная сбалансированная блочная пружина конструкции придает максимальную начальную скорость вылета. С ручным бескурковым механизмом натяжения мощность сравнима с арбалетом. Опционально можно усилить изделие за счет более мощных катапульт, а также с применением курка-держателя дротика, шара или стрелы. Также в наличии есть запасные части блочного механизма. Мощный охотничий лук. Благодаря своей конструкции прост в уходе, обеспечивает повышенную точность стрельбы, большую начальную скорость полета стрелы и меньшую утомляемость стрелка. Основную работу в луке, как и в других блочниках, выполняет не плечи, а система эксцентриков, связанных тросами. По этой причине блочный лук значительно отличается от своих классических предшественников, как своей механикой, так и в особенностями эксплуатации и стрельбы. Материал рукояти лука из алюминиевого сплава, плечи изготовлены из фибергласса, тетива из даркона. Это делает его не только легким и прочным, но и устойчивым к воздействию влаги и неблагоприятных погодных условий. И еще одной приятной особенностью модели является то, что силу ее натяжения можно регулировать специальными винтами. Таким образом, этот лук можно легко настроить под любого пользователя, включая женщин и детей. Рыболовная сумка специально разработана для любителей ловли и охоты. Сумка имеет регулируемые лямки через плечо и пояс. Предназначена для переноски рыбацких коробок, катушек, насадок и прочих аксессуаров. Удобно крепится на плече и не затрудняет движение при рыбалке или ходьбе. Есть крепление для удочки. Походные камуфлированные куртки с капюшоном. Выдающимися свойствами изделия из софтшелла, из которого сделана куртка, являются их маленький вес и комбинация двух слоев одежды в одном. Софтшелл объединяет в себе внешний слой для защиты от ветра и непогоды и изолирующий внутренний слой. Поверхность является не только отклоняющей влагу, но также и отклоняет грязь. Кроме того, мягкий и обтекаемый материал придает больше комфорта при носке. Молния качественная и выполняет свою функцию без каких-либо проблем и зажевываний. Капюшон прячется внутрь воротника и застегивается на молнию. Водонепроницаемые ботинки для охоты и рыбалки. Очень хороши для трекинга, занятий активными видами спорта и повседневного ношения в городской среде, выполненные в современном стиле. Верх из износостойкого сетчатого материала и мембраны обеспечивает хорошую влагозащиту и циркуляцию воздуха, таким образом поддерживая оптимальный микроклимат.
Подошва из качественного полиуретана с повышенной устойчивостью к износу обеспечивает высокое сцепление и отличную устойчивость на пересеченном рельефе, а главное, прекрасно защищает от потери тепла. Амортизационные свойства подошвы максимально предохраняют ваши суставы от нагрузок и предотвращают микротравмы лодыжек, коленей и бедер. На природу то, что нужно. Практичный и легкий полиэтиленовый пакет для воды с завинчивающейся крышкой на горловине и ручками для переноски. Компактно скручивается и в сложенном виде не занимает много места. Часто в походах возникает проблема поиска воды и не всегда удается разместиться у самого источника. Чтобы избавить себя от необходимости носить к источнику пластиковые бутылки и разную посуду от кружек до кастрюль, положите в рюкзак такой пакет для воды. Он абсолютно безопасен для здоровья, не содержит вредных соединений, практичен в использовании и за один раз позволяет набрать и перенести от 5 до 10 литров воды. Велофара с сигналом и спидометром – незаменимый помощник для вашего велосипеда. Центральная кнопка при длительном нажатии включает и выключает свет, а при коротком переключает режимы освещения. Если же велофара была включена изначально, то краткое нажатие включает, активирует экран, который переходит в режим сна через 1 минуту бездействия. На дисплее постоянно показывается уровень заряда АКБ и скорость. Отображение третьего параметра можно выставить кнопкой Mode, поочередно меняя режимы отображения. Кнопкой Set вводим значение, в частности длину окружности колеса. Фонарь классный и навороченный, для велосипеда самое то. Неплохой походный набор посуды, который идеально подойдет для туристических путешествий, поездок на пикник, охоту, рыбалку и так далее. Включает в себя чайник, котелок, сковороду и крышку. А прочный мешок-сетка на стяжке позволяет удобно транспортировать набор, например, привязать к рюкзаку. Хотя у продавца можно укомплектовать себе все, что вы хотите в этот набор. Посуда выполнена из высококачественного анодированного алюминия. Отличается повышенной прочностью, устойчивостью к деформации, высоким температурам, царапинам и сколам. Материал не окисляется, благодаря чему пища при контакте с ним не впитывает посторонних вкусов и запахов. Wi-Fi роутер, который работает от сим-карты. На пикнике или просто на отдыхе, если вам нужен интернет для нескольких людей, то такой роутер – это то, что нужно. Приехали, подключили Wi-Fi раздачу и пользуйтесь благами интернета возле речки или в лесу. 4G Wi-Fi роутер обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до 300 Мбит в секунду, производит точку доступа Wi-Fi 2,4 ГГц с мощным покрытием Wi-Fi в 300 квадратных метров. Доступ к интернет-соединению достигает 10 пользователей. Мультитул со сменными лезвиями включает в себя 15 функций, оптимален для использования в туризме и для активного отдыха. У него небольшие размеры, удобная конструкция, а также есть сменные лезвия и фиксаторы в комплекте. Модель разработана по принципу классического мультиинструмента. Основное приспособление – плоскогубцы. Здесь 15 функций для выполнения различных видов работ на практике. Инструменты в составе такие – обычные плоскогубцы, плоскогубцы острые, кусачки из мягкого материала, кусачки из жесткого материала, линейка, ножницы, сменный нож, инструмент для зачистки проводов, стеклобой, отвертка Philips, пила, шило, плоская отвертка, консервный нож и открывалка для бутылок. У меня есть этот мультитул. Штука огонь. Ну что скажете насчет этих походных устройств? Помогут они на природе, в недельном походе, например? Или в подборке есть какие-то товары, которые сомнительного назначения? Как думаете? Нажимайте на колокольчик, чтобы получать первым новые ролики. И пока-пока, скоро увидимся!